Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Days Gone или Жизнь после. Короче, здесь нарисовалось некое задание. Мой брат, значит, сюжетная линия, проехать к указанной точке. Винтовка, а не пушка. Это где-то рядом с Коплендом. Я переместился в лагерь. Да, представляешь, в лагерь Коупленда. Но здесь как-то что-то ничего не понятно. Нужно куда-то ехать. Короче, время у нас с тобой 7:16 до полудня. Легкий дождь, вся фигня. Как отсюда спуститься-то? Ёпта. Я уже забыл, как отсюда спускаться. Так, я предлагаю подойти к Коупленду, но, по-моему, у него нет заданий никаких. Нет доступных работ, да. Так, ну что, продадим, наверное, трофеи. Здорово. Здоровее видали. Что у нас там с трофеями-то? Принёс трофеи? Ух, ёпта. Конечно, принёс. Да. На, забирай. Ты убивай, а я буду считать. Да считай сколько хочешь. Клёв. На, забирай всё. Ты времени даром не теряй. Так, и жрачка. Жрачку тоже надо чуть-чуть отдать. Чуть-чуть. Медвежатина? Нет, пожалуй, я волка отдам. А сколько за медведя я получу? 31. Да не, вот, на, держи. На тебе, волчар позорных, держи. Так, подойдем к механику, наверное, как ты думаешь? Мэнни, как поживаешь? Заправимся. Водищу, топливо хрен найдешь. Так, ремонт не требуется, покраска не требуется. А, подожди, стой. Твой байк можно улучшить. Я понял, что можно улучшить. Так, двигатель у меня нормальный. Ага, выпуск нормальный. Бензобак козырный. Вот это уровень второй нужен. Понял. Так, что? Бензобак, рама. Рама у меня козырная. Так, закись азота нормально. Все, стандартные шины. Почем шина? 840. Не, иди в жопу. Иди в жопу с такими шинами. Не, я еще кое-что поищу. Да ищи, что хочешь, привет. Торговец. Давай припасы, наверное. Или у меня все есть? Нет места... Что? Ну, значит, все есть. Да ничего не маловато, упырь. У меня все есть. Херачит дождь. Всю жизнь мечтал, чтобы еще и дождь, блядь, пошел. Ты что-то ищешь? Ищу, как выехать отсюда. Что тебе нужно? Испугались, сволочи. О'Брайен? О'Брайен. Этот долбанный О'Брайен. Что он сказал? Метолиус Спрингс. Да, я знаю, где это. Бухарь, ты слышишь? Да, Дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Да справлюсь. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и... Покажи им, братуха. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не обгоняй своего ангела. Жми на газ, но не обгоняй ангела. Много разных глупостей говорил. Отбой. Короче, ладно, куда-то неровцы собрались. Неров занимается. О'Брайен назрел разговор. Так, вступить в контакт, у нас задание появилось. Но мы с тобой пока едем вот по этому. Сейчас я быстренько все сделаю и поедем к О'Брайену. Сен-Джон, приезжай в Хот Спрингс, как только сможешь. Что-то у них у всех заданий столько. Конец связи. Господи, что тут было-то? Ладно, надо бы тут порыскать. Да я уже порыскал все. У нас 78 метров осталось задание. Давай быстренько его сделаем. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты – взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Типа говна, да? Свеженького. Свеженького говна.
Так, приглядеться, да я вижу, в принципе, уже. Так. О, олень. Олень, олень. Чё за бред? Какая охота на оленя? Вы о чем? Мы вообще на фрикеров охотимся, а не на оленей. Вот и хорошо. Смотри. Видишь оленей помет? Свеженький. Вижу, конечно. Смотри, какая куча. Ведут туда. Да, это понятно. То есть он насрал и наступил, что ли, туда? Идем. Да вон, я вижу оленя уже. Вон он, твой олень. Вижу. И что делать? Вот, держи мою винтовку. Если служил в 10-м горном, с оптическим прицелом разберешься. Хм. Это он меня учит из из снайперской винтовки, что ли, стрелять? Сейчас. Не спеша, не спеша. Да знаю я. Подними голову. Попал. Вот, блин, а. Выслеживание добычи. Вы получили способность к выслеживанию добычи. Используйте ее, чтобы выследить раненого оленя. Сначала найдите кровавый след, нажмите R3. Чтобы задействовать взгляд следопыта, удерживайте, значит, квадрат для поиска следа. Это я понял. Черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабей. Главное, выследить. Ну, пошли. Видишь кровь? Присмотрись. Да вот что-то здесь есть, да. Иди по следу. Иду. Вместе сказали, иду. Он уже ослабел от кровопотери. Скоро свалится. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Самое главное, чтобы не фрикера. Ну что, вот и умеешь тушка. Потрошить добычу? Легко вообще, смотри. Учись. Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще... С отцом своим на оленя ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. В смысле? Но в целом, неплохо. Я ж все собрал. Новичка. Ну, спасибо. Че это сейчас за бред был? Ладно, давай-ка назад винтовку. Да забирай свою пуколку. Спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Винтовка, а не пушка, выполнена на 71%. Доверие немножко осталось еще, да? Нужно сколько? Ой, ёпта, еще 3 надо. Так, подожди, мы можем... Здорово, Мэнни. Подожди ты с Мэнни, блин. Мы можем, в принципе, мясо ему дать еще. Просто смотрел. У меня же есть медведь. Хочешь что-то предъявить? Продать все этого типа. Или оленя. Или Мишку. Давай Мишку отдадим. На тебе Мишку. Так, вот это я тоже тебе отдам. Блин, все продал. Твою ж, блин. Нахер. Так, 900 метров. Куда это мне нужно ехать? Посмотрим, что они там делают. Окей, ехать я никуда не буду. Я просто быстро перемещусь на самом деле вот сюда. Такс. Ну и отлично. Давай подзаправимся только. А, стой. Стой. Надо палку эту собрать. Пригодится. Конечно, пригодится. Конечно, пригодится. Там слева еще палка, но у меня уже максимум. Так, подзаправимся. Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Нам бы оленина добыть, если получится этого. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Так у меня есть олень. Ты помнишь, что нужно делать? У меня есть олень. Коуп меня кое-чему научил. Хочешь, верь, хочешь, нет. Тихо. Коуп, шутишь, что ли? Да какие нахуй шутки? Этот мозготряс мне, короче, да весь мозг вынес со своим оленем. Ладно, надо раздобыть мясо. Олень, медведь. Так у меня волк, есть мясо. Да, без... Это что?
Мясо кончается. Это мне сюда нужно? Да, ну, не-не. У меня есть мясо. У меня есть мясо, я съедам. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. А куда я дел патроны? Что-то я не понял. Дед научил меня охотиться. Вообще бы я на самом деле бы... Так, подожди. Вступить в контакт. Мясо. Да нахера мне вот это вот мясо? У меня же есть мясо. В мире, которого дед и представить себе не мог. Так, ты заткнись, не пожалуйста. Сегодня, Коуп. У меня нет желания слушать твой трёп. У меня есть мясо. Короче, я хочу переночевать, потому что темно, как в жопе. Поэтому ночью я лезть никуда не буду. Ну и он нахер. Сожрут еще какие-нибудь твари, а? Не очень хочется быть сожранными тварями. Нормально. В смысле нормально? Ночь. А сколько времени было? Это было так темно, потому что дождь, что? Ну-ка опять как спать. Бухарь говорит. Спать, сказал, блядь. Койка зовет. Давай спи, дави на массу. Еще чуток. Ну вот и замечательно. Ну вот и замечательно, ну, теперь настал день. Идем. Время. Ну, 7 утра, наверное, как всегда. Этот упырь спит. Так, время. Да, 7 утра, ясно. Сегодня без дождя, сегодня замечательно просто. Так что пойдем вступать в контакт с Неро. 440 метров ехать, отлично. Где Матак-то? Не понял. А, у заправки я его оставил. Блин, нет, короче, неудобно заправлять машину возле заправки. Проще к нему поднести этого. Как это называется? Ну-ка, стой. А что-то здесь прям так близко кажется. Мясо кончается. А, волк! Иди сюда, мой сладкий сахар. Тихонько. Есть, попал. О, еще один. Бля, сука. Сдохни. Угомонись. Где третий? Воу. Мимо. Сучка. Короче говоря, только зря патрон потратил. Теперь еще надо. И аптечку. Освежевать. Придется аптечку, короче, теперь еще хавать. Отнесу в какой-нибудь лагерь. Не в какой-нибудь лагерь, а мясо заканчивается. Ты же видишь, написано, мясо заканчивается. Это что такое? Жопа, что ли? Жопа волка. Все, отлично. Свежее мясо. Вот так вот. Ну вот, теперь надо отнести все бухарю. Да подожди ты со своим бухарем. Стремно здесь все. А может, правда отнести? Так, Матак загоню. Давай Матак обратно загоним. Мало ли украдут. Не хочу я, чтобы Матак украли. Бля, опять дождь пошел. Да что за сраный Чернобыль какой-то? Постоянно идет дождь. Так, ладненько, сейчас я отнесу мясцо. И все будет зачебися. На, забирай свое мясо. Забирай мясо, на. Эй, бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Хм, ну ладно, как хочешь. В принципе, я не сильно напрягся-то. Вышел и завалил трех волков позорных. Так, ладно, поехали. А то и так мы с тобой здесь задержались немножко, а нам еще ехать и ехать. Где мы так? Все, погнали. Открывай ворота. О, сейчас все ништяк будет. Так, эти у меня говна этого по максимуму, по-моему. Так, надо было свернуть там, да? Ну ладно. Ничего страшного, я сверну здесь. Самое главное, чтобы мне никакие волки жопу сейчас не откусили. Пока я еще не доехал до места. А то я знаю этих волков позорных. Они сразу, блин, кидаются, бросаются. Пытаются откусить мне пол жопы, как всегда.
200 метров. Оу, блин, проскочил немножко. Чуток проскочил поворот. Ну ладно, ничего. Я знаю дорогу. Тихо. Здесь что-то есть. Бутылка есть, кстати. Бензак есть, опять-таки. Твари вроде не слышу. Можно что-нибудь смастерить. Конечно, смастерим. Так, а бензак? Канистра. Бензак хорошо прям вообще. Вот так. Про бензин не забывайте никогда. Зачем ты залез на это? Ты психопат, что ли? Так, палка мне не нужна. А что там лежит? А, это не лежит, это растет. Окей. Черная смородина. Все, погнали. Сто сорок метров. Прям по трупу. Опять весь байк в говне, только помыло. Тихо. Ух, не нравится мне все это. Не люблю я эти засады сгребанные. Слышу твари уже. Нашел. Хм. А быстро мы его нашли. Так, тихо. Вступить в контакт. Куда идти? Ага, левее, понял. Оу! Вот они. Покемоны-то. Все? Ты знаешь, у меня вот единственный вопрос, почему нельзя этих покемонов убить? Они же просто люди. Ну, подумаешь, в костюме. Сержант, на обратном пути будет незапланированная остановка. Хочу проверить пару ловушек. Док, вам много еще времени нужно? Я не доктор. Блин. Простите, лейтенант Убрайан, долго мы еще? Сколько потребуется, капитан, сколько потребуется? Мне показалось, что в подлете я кое-что видел. Поэтому... Привет, утырок. Так, он куда-то сюда идет. Нахер он мне нужен здесь? Тихо. Да, все чисто. Иди вон туда сходи. Отлично. Блин, еще один. Как бы мне его преодолеть? Может, он меня не заметит, если я вот туда камень швырну? Нет. Вы это слышали? Блин, там смородина была. Лейтенант Убрайан, заметка номер 2006. Спокуха. А вот и кусты. Предположительно, Дабанус Атратус или Эдиптера. На прогалине в удалении от целевой точки. С такого расстояния я не смог рассмотреть, что их привлекло, но, исходя из размеров роя, можно предположить, что это свежий пад. Это где-то здесь. Черт, чё он ищет? Падаль. Вот он. Тихо. Раз. Догадка насчет Дабанус Атратус подтвердилась. Тут много слепней. Хорошо, что нам не хотелось. А, слепни ищет. Относительно цело. Судя по всему, это Адакориус Химиорус. Чернохвостый олень. Как вот это кто-то может уточнить? Все, он ушел. Ну, привет, О'Брайен. Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол Нера 2.7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну,
В общем, да. Ты живой? Да. Живой. Как? Как ты выжил, Убрай? Я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фервале. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо, хорошо. Но вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да. Я помню. Ну, конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг. Опа-на! Вот это новость. Был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силвер Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо. Я выясню. Я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем. Топай. Не надо. Ты их не знаешь. Они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей. Понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас и огреб за это проблему. У нее начался сепсис. Она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь. Я ее спас. Брайан, да ты мужик. У тебя даже есть яйца. О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь, знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанная антенна, и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Сломанной антенны не отделаешься, мы можем твою маленькую антенку между ног сломать, да. Ну, как-то так. Если пропадешь. Слушай, ну значит она жива. Это ж хороший знак. Вступить в контакт 100% выполнено. Я помню. Окей, что там в сюжетной линии? Ну-ка покажи. Вступить в контакт, все ясно. Находки, пора в дорогу. Они меня не отпускают? В смысле? Нет, кто не отпускает? Воу, нихера себе как далеко. Подожди. Значит, мы это с тобой в 3.51 PM. Это плохо. PM это не есть хорошо. Ты знаешь, что я хочу? Смотри, здесь засветился опять камень. Я помню, сюжетная линия опять заиграла. Так, может быть, мы Невозможно, Байк слишком далеко? Байк слишком далеко. О'Брайен выжил. Как он мог выжить? Хер его знает. Послали на юг. Он включил ей кислород, поставил капельницу, он не дал ей умереть. У нее было заражение крови, она бы не выжила. Но он отвез ее в полевой госпиталь. Он спас ей жизнь, я так сказал. Он спас ей жизнь. Может, она еще... Она... Нет. Но О'Брайен жив. А если он, тогда может быть. В смысле? Че ты бредишь-то? Там он упыри какие-то ходит. Думаю, что их нужно грохнуть. Слышишь? Бухарь. Я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно. Ты поспи немного. Я тебе потом расскажу. Поспи. Когда мы отсюда уедем, Дик? Скоро. Скоро. Уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет,
Мы отсюда свалим. Да, Джек. Хорошо. Куда это я забрел? Шел к мотоциклу и забрел какую-то жопу. Еще чувака грохнул. Так, это что? Шел-то на самом... О'Брайен. За мотоком. Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь. Да ладно, он просто не слышит. Если ты мне ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? А, зараза. Ну давай, О'Брайен. Отвечай. Да не нервничай ты так, господи. Чё ж такой нервный-то? Все будет тип-топ. 100%. Ну, я, конечно, не совсем уверен, но 99,9. Где, блин, этот мотак? О, наконец-то. Наконец-то я до него дошел. Так. А, сюда я не пойду. Не хочу. Не хочу зачищать сегодня лагерь абсолютно. Значит, у нас появилось задание. А, мы можем переместиться вот сюда. А, нет. Лучше, наверное, переместиться вот сюда. Чтобы вот сюда попасть. Давай. А потом заберем задание уже главное. Вот это вот сюжетное. Окей. Связи. Ты нашел вертолет? Ну, это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Да. Да, это был он. Он нас вспомнил? Сару, что произошло? Да, вспомнил. Не знаю, их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Много трофеев. Ты же не думаешь, что она еще жива? Что? Нет. Нет, то есть я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Где она умерла? Ну, может, ты наконец, не знаю, обретешь покой. Почему он думает, что она умерла? Ладно, мне пора. Да, нам пора. Я не понимаю, почему он думает, что она умерла. Секунду, я открою ворота. Опять к памятному камню нужно ехать. Почему он так уверен, что она умерла? Труп он не видел. Странно. О'Брайен говорит, что он ее спас. Вообще какой-то идиотизм. Ладно, сейчас доедем. Доедем до памятного камня. Опять почему? Зачем-то нужно. Тихо, идите нахер. Ну идите в жопу, а. Честно. Сейчас вот вообще не до вас. Твари. О-хо-хо! Привет, утырки. Вы все пьете, да? Ну ладно, пейте, пейте. Не буду мешать, пейте дальше. Да пейте, пейте, не мешаю вам. Уйди с дороги! Надеюсь, что я от этой орды-то убежал. Так. В смысле? Ладно, я думал, это опять орда. А это один какой-то упырёныш там бегает. Но один-то мне вообще не страшен. А, ты знаешь, что я хотел? Палку... Сколько нужно? 2 лома? Окей. Эту палку очень не хочется терять. Она круче топора, круче всего. Пошли, 111 метров дойти надо. Я не буду заезжать туда. Хотя, наверное, это будет глупо. Надо заехать. Потому что, если там есть упыри, они сразу прибегут ко мне. И мы с ними разберемся. Я что-то слышал. Может, показалось. Так, что у нас здесь? Ага, мачете, спасибо. Спасибо, мачете мне не нужен. Ну что, утырки, выходите. Тихо. Много вас здесь? Мародеры пошли на фриков? Флаг вам в руки. Бля, он что, меня заметил, да?
Да ладно. С этой палкой я быстро с вами разберусь. Это мне нужно. Вот и все. Слушай, классная эта палка-копалка. Так, это мне пригодится. 30 метров. Так, а вот и камень, камень памяти Сары. Привет, это снова я. Бухарь говорит, мне не надо больше сюда приходить. Он спрашивает, какая от этого польза, и может он прав, не знаю. Ему на днях сильно досталось. Мы наткнулись на упокоителей, и они обожгли им руку. Выглядит паршиво. Я порыскал в одном из этих... Как их там? В передвижном медпункте. Нашел там стерильные бинты. И я надеюсь, что этого достаточно, но... Бухой, знаешь, он говорит, все нормально, но я что-то сомневаюсь. На руке живого места нет. Понимаешь... Это я виноват. Я его подставил, потому что надо было деталь одну добыть. Ради сраной детали. Да и то бестолку. Сучара Коупленд пустил мой байк на запчасти. Я этот байк целый год собирал. Тебе бы понравилось. Он не такой крутой, как тот, на котором я учил тебя ездить, но тоже ничего. Помнишь бензобак, который ты разрисовал? Вот он единственный уцелел от старого байка. А теперь его не стало. Как только я соберу его обратно, ну, в смысле, мой байк, и как Бухарь оклемается, мы поедем на север. Начнем с чистого листа. А то здесь слишком много воспоминаний. В общем, я к тому, что мы можем больше не увидеться. Но почему не увидится-то? Тебе О'Брайен сказал, что все в порядке, она жива была. Разобраться с прошлым. Так, ну что? Мне вообще нужен лом, бензак, лом, хотя бензак у меня есть. Это что здесь? Нет, ничего интересного. Дик, как дела? Скучно было. Я подумал, смастерю-ка что-нибудь. Заскочи, как сможешь. Патрончики сделал мне, да? Спасибо тебе большое. Молодчина. Да, было бы кстати. Отбой. Да не нужны нам патроны. Чё ты так переволновался-то? Патроны нам нахер не нужны. У нас все есть. По-моему, здесь ничего полезного в этом лагере я тогда так и не нашел. Тряпки. А, подожди. Это есть, это есть. Микстура. Аптечка. Болты, может, посоздаем. Так, здесь есть. Пепельный создам обязательно. Хотя давай все создадим. Ладно. Вот так. Бля, я слышу этих тварей. Бля, так не хочу с ними встречаться. Ты не поверишь даже. Ты просто даже не поверишь, там целая орда. Ну и в жопоньку, а. Где мой мотак? Валим отсюда. Единственное, можно в машину пойти еще обобрать эти хери в машине. Бля, они там орут, короче, просто жесть. Так, отлично. Запасы, запасы пополнять надо обязательно. Бля, жутко они кричат, эти твари. Так, проехал я дофига, значит, надо подзаправиться. То, что надо. И переместимся, наверное, в Такер. Лагерь Такер сразу. Так. Не хочу я здесь находиться, мне стрёмно ночью вообще. Так, где? Быстрый переход, окей. Ну и отлично. В принципе, мы уже у лагеря Такер. И у нас здесь есть сюжетное задание. Они меня не отпускают. Эй, открывайте! Это да, свой. Да, это я.
Но что я думаю, друзья? Я думаю, что мы на этом на сегодня закончим. Мы много сегодня прошли, так что... Ну, как много, как всегда. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока. Пока.